Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. Крайс Горан, уля-ля, что за сайт? Это не самое важное. Просто полезно. Сейчас тебе фонарик включу. Давай. Тут вот здесь самое. А вот тут смотри. Ага. Тут жопа. Вещи. Вау, вау. Ой-ой-ой-ой. Да. Ага, это надо поставить свои родные фишки, тут аккуратно сложить, у тебя это регулятор напряжения, тут проблема, заменить. Ну понятно, хорошо, хорошо, провода купить, новые свечи, новые. Очевидно. И новая машина. Эту, да? Давай, ага. Давай, ага. Новая машина. Масло бежит. Откуда бежит масло? Хрен его знает. Да масло-то ехай, пусть бежит. Не, из-под крышки можно ее менять там, а что это она. Это уж слишком долго. Не, не долго. Нам просто сейчас сервисы сказали, вам главное провода спрятать, чтобы не вспыхнуть. А там еще что-то снизу. Что там говорили снизу? То, что. Это... Что надо? По ходовке нормально? Ребята делают. Ходовки. Ходовки плюс-минус нареканий нет. Нету, да? Лишь бы тут ничего не сполыхнуло, не загорело. Все понял, задача понятна, мужики, все ясно. Опа-на, а взяли, так затянули. Это тоже поменять надо, родную фишку поставить. Ну ладно, понял. Она простая машина, как 2 копейки. Ну хорошо, соплей до хуя очень. Вау, вау, вау. Вам проводка только, да, и все. А может они ее тоже поднимут наверх? Посмотреть. Но там, если у ребят свободно... Да не, нет проблем. Если надо ходовку там тестировать, продиагностировать, там колеса... Ну тут стучит все в круг. Стучит? Да, горят шаровые тут, им капец. Ну левый, короче... Левый шаровый капец. А, ну тогда на дорогу нельзя. Нельзя на дорогу? Ну, блин, надо хоть и там. Она же почти 2000, ты будешь ехать, нагрузка 3 большая. 3400 в сумме, туда-обратно. А, еще обратно. Да. Мапон есть? Кого? Мафон. Мафон? Ну да, есть. Не работаешь. А, не работаешь? Надо мафон? Может, да, да. Так. Вы китайский купите, мужики. Да, лучше обновить. Колонки. Тут просто... Да оставь, я сам разберусь. Лучше купить, чтобы он недорогой. Да я понял, там разберусь. Колонки есть, да? Колонки есть. Вам музыка тоже надо. Ну, не самое главное. А я выдержу, это я разберусь. Оставь. Сигнал есть? Нет. Сигнал надо? Иди. Надо. Надо, сигнал надо. Мапа надо. Там. Лампы горят, лампы? Горят. А, лампы горят. Сзади перед. Ну-ка, тормоз нажми, посмотрю. Нажми тормоз. А, горят. А, можно же центрально воткнуть. Если хочешь, я воткну центрально. Центральный. Не надо. Да, херсим. Добро. Понял. О, хороший. Да. И заодно пишет, да? Да. Да, я оператор. Вот. Ну, понял, мужики. Все, хорошо. Хорошо, я понял. А на этот ходовую поднять когда-то? Тоже дня через 3-4 сможем? Не, я могу завтра отдадим, пока я... свои вот эти две машины, они продиагностируют, ага. А я вам скажу, позвоню, скажу, где что надо менять, по ходовке. Ага. Да. Мотор, масло меняли? Нормально. А? Масло. Мотор поедет. Не-не, масло говорю. Но масло не менено. Вы же на дорогу едете, масло надо. Ой-ой-ой-ой. Что там? Масло черное, во-первых. Ага. Менять. Масло и фильтр меняем на дорогу. Понял, меняем. Да, да. Да, ему недорогое масло, это же. Это, масло. Так, масло, фильтр меняем. Провода делаем. Трос не надо, да, мужики? Не надо. Ну ладно, понял, понял. Если что, можно найти, купить его. Дворники работают, да? Да. Без нареканий. Ну. Понятно, мужики, все понял я. Все. Давай. О. Вот.
и сигнализация будет. Сигнализация. Брызгает? Не брызгает. Ручника нет. Ручника, да, нет. А вам ручник? А, ручник нужен? Ну да, так. А это по ходовке. Боком дать еще. Ну, короче, я с утра пацанам отдам, они это протестируют и выявят, а необходимо что менять. Ага. Шаровый, маровый, да. Вот. Короче, дня через 3-4 можно, да, будет? Думаю, да. Они сделают, я пока я буду, это, мне, ну, день хватит, я думаю. Ну, максимум полтора. Угу. Вот, я сопли уберу. Ну, день работы, да. Ты возьми номер, Салина. Да. Ну, пойдемте, я номер напишу. Ага. Пойдем.